Компания Acer выпустила настольный компьютер Acer Aspire M3800. Машину средних характеристик, которая сегодня оказалась перед объективом нашей камеры. В комплектацию устройства входит сам десктоп, проводные клавиатура и мышь, кабель питания, документация пользователя, а также два чистых DVD для создания резервной копии операционной системы после ее настройки. Acer Aspire M3800 выглядит современно и элегантно, благодаря черному матовому корпусу и красивой синей подсветке на функциональных кнопках. Передняя панель глянцевая, снизу ее покрывает уникальный рисунок, слегка напоминающий пчелиные соты. Для экономии пространства на верхней крышке предустановлена специальная ниша для кабелей. Клавиатура очень удобная, с глянцевой окантовкой, на которой почти не остаются отпечатки пальцев. Мышь приятно лежит в руке и хорошо скользит по любым поверхностям. Aspire M3800 – компьютер со средней производительностью, в котором установлен процессор Intel Pentium Dual Core i5400 с 2 МБ кэш-памяти и тактовой частотой 2,7 ГГц. Приятно, что процессор поддерживает энергосберегающие технологии. Оперативной памяти здесь 2 ГБ, впрочем, ее можно расширить до 8, а объем жесткого диска составляет 320 ГБ. За графику отвечает младшая в своем семействе видеокарта средних параметров NVIDIA GeForce GT320. Благодаря ей можно легко просматривать HD-видео и играть в нетребовательные игры. Acer Aspire M3800 оснащен множеством интерфейсов. На передней панели разместился универсальный картридер с поддержкой форматов SD, MMC, MS, MS Pro, XD и Compact Flash, а также оптический привод DVD Super Multi. На верхней крышке, кроме кнопок включения и управления приводом, находятся 4 USB-порта и аудиоразъемы. Задняя панель оснащена 6 USB, портами DVI, HDMI, FireWire, а также разъемами PS NA2 для клавиатуры и мыши. Для поддержки технологии Audio 7.1 здесь предусмотрен оптический интерфейс SPDIF и 6 аудиоразъемов. Коммуникации в компьютере представлены сетевым адаптером Gigabit Ethernet. В Acer Aspire M3800 предустановлена операционная система Microsoft Windows 7 Home Basic. Вместе с ней идет стандартный пакет ПО для развлечений и работы. Microsoft Office Starter 2010, базовый антивирус McAfee, Norton Online Backup, проигрыватель CyberLink Power DVD и другие. Среди разнообразного софта заслуживает внимания утилита Isobi, обеспечивающая быстрый поиск новостей и информации в интернете, и MyWinLocker, надежно шифрующая файлы и папки. Плюсами Acer Aspire M3800 является, конечно же, стильный дизайн, большое количество интерфейсов, позволяющих подсоединять различную технику, а также предустановленная Microsoft Windows 7 Home Basic, идущая в комплекте с полезным софтом. Единственное, что здесь мы хотели бы видеть более мощную видеокарту. А в целом Acer Aspire M3800 – отличный выбор для тех, кому нужен недорогой, но быстрый компьютер с предустановленной операционной системой.